непременно, чтобы хором с ним, это моя уже личная мечта, проорать Буфонище, но для этого Италии нужно попасть на чемпионат мира. Тоттенхэм атакует через получившего ушиб Трипьер, и 1-0. Великолепный гол, Харри Кейн на 10-й минуте. Обошлось без Буфонища на сей раз, потому что отбить такой мяч было невозможно. Великолепная атака, и Трипьер здорово заменяет Уокера на правом фланге. Комбинация была хороша, расчерчена из центра направо. 21 дошла до полуфинала чемпионата в Польше. А сейчас Эриксон должен отправлять мяч в ворота, и все становится 2-0. В обороне у Ювентуса совершенно очевидные проблемы, которые заменами, ну, впрочем, там и в защитной линии особо ничего не поменялось, вышел только направо.